пятый день сборов. И вот этот парень быстрый, ловкий, техничный, забыл щитки, его отправили за щитками, потому что беспокоятся его ногах, потому что... Ну, они стоят миллионы, брат. Как думаешь, помогут? Посмотрим. От укуса комара. Давайте, завтра, если не будет игры у нас, то мы двусторонний сделаем. И у Сапрона день рождения завтра. Послезавтра. Послезавтра, 9-го. Начинаем ждать завтра. Да. Это моя фишка, он должен стоять. Так, ребят, по щиткам просьба. Еще раз говорим. Игровые упражнения в щитках. Не игровые, можно без щитков. Все, вопрос закрыт. У кого вопрос по гетрам, и тренируйтесь в игровых. Приедем, еще приобретут гетры. А что у нас, Лин, по этому? По массажисту, по моте? Сегодня он... Час дня приземляется. Сегодня Мотя и умрет сегодня. Сегодня он не выживет. Сегодня же умрет. Билет взяли его назад? Вот. Смотрите, сегодня сейчас потихонечку пробежались, в центр уходим. С мячами, с резинками работа у нас 20 минут. Потом посмотрим, сейчас может быть там 5 минут квадратики поиграть. И идем играть два больших квадрата, 11 на 11. 3 против 8. В одно касание, ребят. В одно. 3 держит, 8. Да. 8 человек держит в одно. Трое заходит. 5 отборов. Сегодня день. Больше денег ты любишь, чтобы там как больше. Пошли, взяли мячи. Правильно, психологическая помощь. Воспитание. Ну, пошли, еще раз. Держим. Сжимаем. Мяч между колен. И пошли на пресс. 10 повторений. Ноги на земле. Да. То же самое. Легли в колени. Спокойно, кружочек. Кружочек. Пойдем, он тут доплачивает за поле, как пока не бегали. Полностью поломанным компасом. Че, дома и выложил, брат? Угу. Проспал будильник. Ну поднимал 100%. Краб! Там! Лёх! Краб, ты не заходишь! Все? Ты Гудай не заходит. Олег, ты с Гудай меняешься. Давай, Николай! Пошли, одно касание! Считаем отбор! Хорош, играй, играй, играй! Хорош! Один! Пошли! Пошли, да! Один! Одно! Одно! Ай! Хорош! Блин, вот! Два! Стоп! Пошли! Два есть! Три! Пошли! Три! Так, еще три отбора, кто ждет? Оставь! Сзади! Сзади, ближе, ближе, 4. Сейчас отбор заходит тот, кто потерял. Пошли. Вот, подстраиваться, да, подстраиваться, сцеление. Вот, да, газ, хорош. Два. Было три, хорош.
переключаемся. Спокойно. 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 Хочешь? Оп! Пошла! Спокойно. Возвращай в одно. Да, Наша, правильно. Отдал. Блин, еще два. Сейчас побежите, если не будете делать. Ну, как прямо раньше искать? Пойду разъеду, блядь. Твоя машина. А чё жена говорит, что с тобой стало? Высох, говорит. Она говорит, ты выглядишь нездоровым. А я сухой, поджарый, братан, 77 вешу, блядь. Скоро как газ буду ебать, блядь. Газ чисто, блядь. Сколько ты веришь? 70. 70? Ни грамма больше и меньше. Хоть барана строгать. Не везер. Кого-то меньше. Хороший обмен веществ. Ты 70? У меня кости карбоновые. Брабус. Брабус. Кто ж? Там диета просто. Где кости? Диета, да. Закуска. Вода, злаки. Это что за соус? Это что за в соусе, парень? Wesley Snipes. Радик, это Wesley Snipes в дуатсинке. Он же сидел. Я это знаю. Не, Радик, ну свега имеется. Ну отдыхай, стрина. Панамочка 500 рублей. Не пизди тоже. А чё очки? Очки не оригинал 1800. Ага. Это Азия, по-моему? Финал. Ты работяга, вот он. Работяга. Да? Чё? Типа не тебе. Чё, вот, ты за красивый, брат, ты фотогеничный, бля. Нет, это просто, я не буду спрашивать, просто ты понял, я когда кадр навожу, и ты как бы уже просмотр даешь, просто из-за того, что ты внешний, о, просто нет, красивый. Братан, скажу одно, что я не люблю загорать. Взяк, они лежат и специально, братан, они специально на солнце варятся, понял? Они именно шкварчат. Светом, братан, нам что же надо загорать? У тебя вообще загар, как будто ты на бульбе ковырялся. Короче, я вообще, братан, мне просто именно мне плохо на солнце, если я нахожусь, потому что я сижу в тень и жду, пока кто-то опять торговый центр купить. А как ты в Африке жил вообще? Братан, так мы там под пальмой сидели, там тень была. Ты вообще что смеешься, старина? Вот это, пацаны, это главный обманщик, сними. Барселона авиапарк, есть же частная школа, абонемент 900 стоил, он там был, блядь, со своей экипировкой, потом всех обманул, блядь. Это зависть, брат, просто зависть. Конечно, зависть, брат, зависть. Потому что ты был Суарес, Месси, Неймар. И просто это принять, да, принять не могут, понял, и думают, что сделать. И вот Иванов, блядь, Сибирь, нахуй, Петров, блядь. Братан, вот эти кущики, блядь. Вы заебали. Агуда, когда был в Новосибе, он играл с... Лёха Васильев, он, Саня, да, они сейчас все, братан, один в Сити, другой в Челси, блядь. Только Агуда, блядь, нам помогает вот, тут, блядь, братяга. Саня Васильев, Лёха Васильев, Андрес Иньеста, Хави Эрнандес, блядь, пиздец. Если молодежь смотрит, вот из Динамо, Саня Васильевича Динамо тренирует. Огромный привет, пацаны. Вот он учил, не сильно, но очень точно. А прошлого до сих пор понять не можешь этого. Куда-то лупится все силы все. Уй, блядь, братан. Брат, ну в третьем дне сборов ты Крапу дал понять, что нужно делать, как нужно себя вести, и подписчики тебя поддержали в большинстве своем. Ну, потому что по фактам все сказал. Все по фактам, по факту, Сэм. Но все равно как бы изменений не произошло. Хотя ты очень эмоциональную тираду выдал. Ну, видишь, оказалось, что мои слова впустую. Молоко. Ну, в принципе, ничего нового, как бы. Стабильность, с другой стороны, стабильность, признак мастерства. Ну, смотри, давай представим, хорошо, ты там представил там десятку, там матч, там, и ты же все равно с ним на фланге будешь играть. Краб выходит, вот ты на фланге. Ты там 60 минут отбегал, краб выходит на 60-й. Угловой, он не бежит домой, что ты делаешь? Не знаю, сложно представить.
знаю. Пока нет мысли. Ну, наверное, будет пихать как минимум. Хрен его знает. До руку прикласса-то не дойдем, я надеюсь. Ну, а что Крапу нужно сделать, как ты думаешь, чтобы изменить отношение к футболу и отношение партнеров по команде к нему? Голову поменять, блядь. Ну что, в голове что-то щелкнуло наконец-то, и все, не знаю. Что-то думал, но есть вариант, но сколько процентов, что это щелкнет? Ну, я не знаю, ну, вы думаете, что я что-то там один, но это уже, ну, неоднократная же беседа была, правильно? Как бы уже 55 раз уже разные люди говорили и так далее, ну, когда-нибудь, может, дойдет до человека, может, не дойдет, тут как бы 50-50. Ну, и в Бравл Старс сколько у тебя кубков? 41 тысяча, где-то. Это серьезно, да, это, считается? Это очень круто, да. А сдашь свой этот никнейм? Ну, уже знают, я уже. Уже покажу, в телеге, да. В телегу заходите к Сэму, там, короче, его никнейм Бравл Старс, подписывайтесь, играйте против него. Бутсишки. Как думаете, чей это номер? Курше Бальдо и Крапиналдо. Тебе просто комментарии все про меня. Двух роликов выше. Там позитивный человек на комментах. Ну, негативные комментарии, все осуждают тебя, брат. Вообще все позитивные. Все негативные комментарии, все говорят, Краб опаздывает вместе с Коршом. Не, Краб заразил Корша. Не, наоборот, там все комментарии, братан, на больших комментариях. Наоборот, говорят, старый, почему вы нападаете на Краба. Пизда резко. Они говорят, типа, он может проёбываться, он может, типа, вообще, что хочет делать, то если такие удары будут, типа... Ну, это вечно. Какие вопросы тогда могут быть? Типа, они говорят, ну, вопросов нету. Еще зал наперёд. Ну, ударьте меня только! Братан, ты что, зашел, ебать? Ну, как сборы, пацаны? Как сборы, пацаны? Как сборы вообще? Как вам нравится? Кайфом, брат, типа, вообще уверенно сидим, блядь, вон лежим, восстанавливаемся, тренируемся. Че кошек добавишь вообще? Я вообще тоже все с кайфом, все устраиваю. Вот, к сожалению, доктор-то подъехал у нас там. Сегодня приедет 13:00, уже должен быть здесь. Ой, очень. Ладно, я сегодня Кевин Дюрант, сегодня 7 апреля, сегодня, блядь, мой день, нахуй, в Ютубе разъебка. Я тебе говорю, ты зайдешь, братик, у тебя щеки, нахуй, воднуются, брат. Сегодня Кевин Дюрант, 7 номер. Ну, Краб сегодня забил, Корш опять терзает на правом фланге, он своими ложными Мэтьюсами, резкими движениями. То есть, послезавтра, завтра уже товарищеский матч, неизвестно, либо двухсторонка, либо с кем-то будем играть. Товар, короче, мы спойлер кинем, да? Играем, короче, команда Викторовича против Николаевича команды. Интересно, в какую команду я попаду. А да ладно, такой будет? А, это будет товарищеский, если это товарищеский, если это товарищеский будет. Ну, за кого играть-то, бля, братик? Честно, хотелось бы за Николаевича, чтобы Викторовича обыграть. Вот у меня такой план. Зачем? Ну, не знаю, у нас с ним всегда какие-то челленджи. Ну, и с Николаевичем какие-то челленджи, но вот именно Викторовича не хочется выиграть. Ну, короче, вот легенды, пацаны. Эти фланги, они будут... Взорваны на 100%. Взорваны. Сейчас спокойненько вечернюю тренировку отменили, но Краб изъявил желание доработать вечером. Да нет, какое желание. Единственный, кто из команды изъявил желание доработать вместе с Коршом, они пойдут в зал. И мне немного... просто нравится вечером выйти на поле и там Лига Чемпионовская. Не, я в город поеду, пацаны, за бутсишками надо, бутсишки обновлять 100%. Поэтому... Это твои все бутсы стоят вот здесь вот, да? Которые... Да. Ты в Самбу поведешь? Иди ты здесь найдешь, блядь, береги, они играют в чешках, но все. Они босиком играют, ну, по-моему. Там Найк же есть. Ну, я не знаю, бутсы есть? Есть, конечно, 100%. Братик, сейчас я выйду, у меня кроссы сияют, просто... Ну, пацаны, ну вы, короче, резкие хавчики такие быстрые, можете мобильные, которые могут обыграть, могут создать момент из ничего. Да. Из-за этого вас и любят, в принципе, да? Ну, а как же вот прагматичный футбол, прагматичность, передачи, одно-два касания, взрослый футбол, ребят? Взрослый футбол в медиалиге, его как бы нет особо. Что-то в четвертом сезоне, когда я был в народе, я не видел. Что там случилось-то, блядь, ты ушел? Выигрывали, ушел, блядь. Ну, папа дома, и сейчас все налажено уже. Конечно, брат, не хватает мне, не хватает. Корж, у тебя 68 номер, да? 86-й сыч забрал, к сожалению. А почему 68-й? Это какая-то есть особая? Да нет, мне в «Зените» дали 68-й номер. Блядь! Будь здоров. 58-й я в «Зените» в дубле играл под этим номером, но как-то под себя его закрепил. Да ё-моё, у тебя я летишь и заготавлю. Чистую правду говоришь. Чистейшую. Просто у меня все лицо от Крапа, блядь, ковидом покрылось. Ну а так, смотри, семерочку бы забрал бы, если бы была свободна? Да нет, наверное. 11-й бы взял. 11-й, да? А у кого 11-й номер здесь? Он вообще закрыт. Алекс. У кого 11-й номер? Блядь, я еще расчихался, пиздец, по твоим разговорам. Глаза потекли. А Эликс, куда ты номер? Кто не отдаст номер? 9. 10, у меня 7, у Ромео 9, а Эликс 11. Кто создавал, тот забрал, брат.
такого не бывает. У кого 11-й? По Эликсу. Понимаешь, у нас есть такой? Литок, литок. А, кул, конечно. Как ты его назвал? Так это его поседание. Как? Эликс. Эликс? Да. Илюхин. Так, нет, Эликс. Илюх! Эликс. Илюх 11-й. Типа музыки, да, Эликс. Он же не будет хулом, бля, музыки. Ну а Naked будет какие-то треки? Есть информация какая-то? Два года уже не слышно его. Почему? Ну, он пока не вправим в трек. Ну как это не вправим? Мне кажется, что-то пишет стол. Ну, будет у меня... Пизда, вообще, пизда. Какой жанр будет? Да я вот думаю, под Гувчика читать такой. Либо взрывной какой-нибудь, типа как забирай Дину, забирай Алину, забирай Катю, назад Кристину брать. Может быть, короче, пустите меня вот на танцпол, пьяным подвигаться. Это не для меня. Не, ну где-то можно вот этого ебать кальянку, чтобы вот в чарты попасть. Но я сейчас на студийку езжу один раз в неделю. Прогрессирую, вот фристайле уже научился. И надеюсь, что чувачки заценят новый тречок, который, наверное, выйдет. Сейчас какой месяц? Апрель, брат. Апрель. Ну вот, летом должен выйти в первом месяце. С клипом, конечно же, да. Да. Не знаю насчет клипа, но я думаю, что разъебет он в ТикТоке сначала трек. А потом мы выпустим еще и клип, ебанем. Надо уже двигаться на вершину вот туда. Последняя. Корж, сколько тебе лет? 22. А тебе 21, да? Да. Легендари. Пацаны, две легенды, пацаны, они снова здесь. Еще не Мбаппе не хватает на встрее, который будет завершать эти подачи. Все в поле. Где Мбаппе просто? Был, без Мбаппе не то. Не то без Мбаппе. Глянь, реально. Да я смотрел в комментарии, да, краб, в него можно все прощать, если он забивает такие голы. Не, глянь просто, там, что вообще. Я комментарии глянул, сейчас челлендж, хорошо посмотрю. Ребят, в общем, идем на ужин, на обед вечернюю тренировку отменили. Сейчас какие планы у вас, ребят, на вечер? Да это вообще похуй, мне, знаешь, что нравится, что ты серьезный стал, блядь, хоть. Серьезно к работе относиться. Ты? Ты. Я? Да. Почему? Хотя бы лицо серьезное стало. Знаешь, так вот люди, на людей смотришь, они всегда на угаре, как будто, блядь, несерьезные. А ты уже, ну, такой серьезный стал и понимаешь, что делать, пилишь контент каждый день, влоги выкладываешь. На самом деле, ебать, если бы у меня чел такой сейчас был рядом, просто бы ролики пилил, я бы, блядь, просто отсюда, в Турции, я бы здесь все купил, нахуй, просто. С Вагой сегодня в центре, ребят, работали просто, повырывали, выиграли сегодня, кстати. Просто выиграли. Просто Хендерсон. Хендерсон из этого. Я Миллер. Из Ливерпуля. Милнер. И вот же он. Вот же он. Тот, кого... Который сегодня помрет. Завтра ему нужен будет обратный рейс. Давай, Крабеха. Он это, первое место занял, блядь. В чем? В командном чемпионате, второе в личном, блядь. За мной такси приехал, желтый. А что они его там... Я себе на Майбахе приехал, массажист, ребята, это просто, блядь, а вы работать не хотите. Вот так, ребят. Нормально встретили? Да, да, все. Это Мираж. Это Мираж, это не он. Пойдем, на десятку. Да, паспорт. Да, все на месте. Паспорт только. Ваш любимый Матвей, который сегодня просто свои руки оставит в массажном салоне. Алексей Шумахер, который не отпускает телефон из рук. Скажите, Алексей, вот многие задают вопросы, почему у вас парашют за спиной, вы его не снимаете? То есть вы всегда знаете, что можете упасть, поэтому вы, да? Там много ценного. Налево. Налево. Матвей, массажист, кто не знает. Добро пожаловать с прибытием, мы вам скучали. Взаим. Жора написал, что это? Жора написал. Вы в командных соревнованиях. Да, мы в командных соревнованиях вчера заняли первое место на Всероссийской Олимпиаде по спортивной медицине. Медицинский марафон 2024. Пятая Всероссийская Олимпиада по спортивной медицине. И в личном зачете ты? Второй. Среди всех вообще. А сколько человек было? Чуть порядка 70-80. Ну и всех команд. Всех участников, всех команд. Неплохой это, результат. Самые топ ребята, студенты из России по спортивной медицине. Да, отлично, все слушаю. Я как раз ножки побрел, чтобы ты меня там помассировал. Ой, вот это хорошо. Сегодня залетаешь. Братик, ну как Сабхуналдо покусал тебя сегодня, да, в центре поля? Конечно. Тяжело, да, с ним было? Че? С этим парнем, который не давал тебе спуску, не давал лишние секунды подумать. Пожалуйста. Кусал тебя сразу, нападал. Потому что в центре поля никто тебе не даст лишние секунды подумать. Нужно быстрее принимать решение. Ты дурак, блядь. Этот человек за камерой, он сумасшедший. Ребят, вы думаете, он гений, но он дурак. Сумасшедший псих. Вот же он сменил... Здравствуйте, с вами телепередача «Законы джунглей». Ну
Ну и что, эта тебе передача рассказывает о чем? В мире животных. Эта передача рассказывает о том, как правильно восстанавливаться на сборах. Вот, дерево тронул, зарядился от него. Кстати, да, Газик, надо с утра приходить, когда еще никого не было, пока его еще никто не трогал. Не тронут? Да, вот так садится и обнимает. У меня такая практика была. Дай мне силу, дай мне силу. Альберт Николаевич подготовит бега. Куда идешь, брат? Я пойду на массажик. Тайка помассирует меня чуть. А ты же должен ей 60 евро. Save that. Ну я об эти бабки, брат, но я не знаю сколько. Они снимают его, потому что все внимание устремлено на него. А у него есть деньги. У меня лиры, брат. Это блогер-миллионник, ребят. Просто куда направлено внимание, туда течет энергия. И она течет сюда. Седьмой Бруклин. Седьмой Бруклин. Вот смотрите, ребят, слева от нас главная звезда медиафутбола, а справа от нас человек, который трогал Месси, Суареса, Неймара и Иньеста. Мне кажется, потрогать Месси, брат, все-таки почувствовать этот порох. Это все-таки испанский, аргентинский порох. Не уверен. Вот так, ребят, на теннисном корте две сборные, четыре сборные. Сборная Армении, сборная Грузии, сборная Испании и сборная России. Сейчас мы идем кушать, дорогие друзья, на ужин. И эти парни, эти легенды. Брат, ну я делаю свою работу просто-напросто. А вы откуда? А мы делаем свою работу, старичок. Мы идем прямиком из зала, пока все ребята сидят, это отдыхают. Мышцы крови налились просто. Отменили вечернюю тренировку, но не для нас. Для слабых отменили. Для нас нет отдыха, понимаешь? Когда такое восстановление, такое питание, постоянно спишь, надо работать. А к чему вы стремитесь? Английская премьер-лига? Ну, к слову об английской премьер-лиге. Манчестер Юнайтед сыграл лучше с Ливерпулем, и Арсенал на первом месте. Все, кто следит за Арсеналом, кто болеет, поздравляю. Я очень рад, так же, как и вы, думаю. Я перестал следить за Арсеналом, когда оттуда ушел Тьерри Анри, Фредди Юмберг, Робер Пирес и Патрик Вира. В 2006 году. В 2008. Сам, я тебе скажу, да, я перестал следить за футболом, когда из футбола ушел Сапраналдо. Понимаешь? А ты знаешь, что он вернется совсем скоро? Сам Роналдо. Конечно, вместо скоро ты рано сломал на тренировке. Сзади в гаде. Скоро еще молодой, неопытный, за мной не успевает, поэтому он напалит. Я скоро принял, блядь. Сам сзади с двух, ебать. Приятного аппетита, и всем, кто смотрит, тоже приятного аппетита. Мы пойдем. Пацаны, ну... Лайк поставьте за этих трех парней, которые дорабатывают. Даже когда отменили тренировку, они идут в зал и дорабатывают. Ради команды, ради эмблемы, ради болельщиков. А скоро ждет тебя вон за темным углом. Ты тоже готовься? Как мы... Пацаны, один вопрос для вас. Вот если бы у вас была возможность выбрать любого футболиста, с кем бы вы могли сыграть на одном поле? С кем бы вы сыграли? Неймар. А у тебя? Неймар. Одинаковое решение. Почему именно он? Он не получал золотой мяч, он не выиграл чемпионат мира. Он ничего не выиграл. Это мой кумир. Как бы с детства. Рональдиньо, Неймар, Аршавин. Не, ну Рональдиньо это куда не шло. Рональдиньо, Гаучо. С таким мастером приятно поиграть. Да не, ну за ним сидишь и кайфуешь, как бы он просто для шоу делает, для зрителей, для фанатов. Это вообще просто, ну, наверное... Неймар, да? Зрелищный футболист, который есть. Ну, Рональдиньо поинтереснее. Ну, Рональдиньо поинтереснее, конечно, конечно. Да, Рональдиньо... В то время тоже были защитники, не подрелищные. Поэтому их просто на носу возил. А здесь-то, блядь, в Мандаке пойдет на зиму. Съест нахуй, выкинет, еще и пережует, блядь, три раза. Хорошо, пацаны. Топ-3 футбика во всем мире для вас. Краб, начнем с себя. Топ-3. Третье место. Неймар. Второе место. Мбаппе. И первое место, кто же это? Криштиану. Криштиану. А Роналдиньо, он все-таки останется. Мы не будем его считать. Хорошо. Неймар, Мбаппе, Криштиану. Топ-3 по версии Краба. Корж. Неймар. Третье место. Первое. Первое место Неймар у тебя, первое, да? Первое Неймар. Второе Криштиану, третье Мбаппе. Месси нахуй идет. Настроение прекрасное. После зала ты пошел в зал. Ты пошел в зал. Да. Так же, как и Максим Фролов, Вадим Логинов и Эдамс Вальтер Скляр. Максим Иванов. У него муха в салате. На японском движении, на рисе чисто, на сыре. У тебя
тебе, кстати, респект кинул на батёк. Батёк твой? Да, сказал, ты прекрасный интервьюер. For the gang. For the gang. Вот так где-то 4. Пятый день сбора Фода Гэнг в полном составе. Вадим Логинов, Альберт Николаевич Осколков, Максим Фролов, Илья Скоропов. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Сборы продолжаются.